Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Приехали мы сегодня опять на полигон собирать грибы. Грибов очень много, хочу сразу сказать. Но видео не буду длинным делать. Так, покажу самые красивые грибочки, которые мы сегодня находили. Потому что если снимать все грибы, которые есть, то просто не хватит время собирать сами грибы. Ну, грибов много. Хорошие грибы. Есть очень много переростков. Ну, кому интересно, смотрите видео, вы все увидите. Потом в конце покажу общее количество, сколько мы собрали грибов. Покажи. А мы будем рядом идти. Ла-ла-ла! Первый гриб! Увидишь себя на ютубе. Хорошо! Нашел? Подосиной. Ну вот, идите вот здесь, вот по этой вот просите. Мы пошли вот так, а он уже грибы собирает. Ну вот, уже у него есть. Ну, сколько мухоморчиков. Так, мы куда идем, Володь? Чуть-чуть дальше пройди. Ну, пошли. Значит, мы будем параллельно вас идти, вот так, посмотрите. И смотрите вот так вот по этим окопам. Вот так идите, прямо. Вот, друзья, сколько мухоморов. Целые плантации. Какие мухоморчики здесь стоят. И все в мухоморах сегодня. Просто плантации. Мухоморы. Вот какие боровички или подосиновички. Подосиновичек. А какой попадается. В траве стоят. И не видно. Нашел вот два боровичка таких, один маленький, второй побольше, но крепенький. И вот по траве пошли подосиновички. Ну, если честно, похоже, сдали на боровика. Пойдем искать. Вот какой красавец. Подосиновичек. Сейчас срежу. Ну, эти молоденькие, они хорошие. Целенькие. Походим по вереску, поищем. Переехали в другое место. Здесь должны быть одни подосиновики. И горочки. Походим по горочкам. Какой стоит боровичок. Очень много переростков. Их даже не снимаю. Мухоморчики стоят. Такая низинка. Там горочки. Грибочки попадаются. Но очень много уже старых. Вон боровичок. Красавец. Вот боровички. Подосиновики. Целая. Это сколько? 12-литровая ведерка? 10-литровая ведерка боровиков. И у нас немножко. Нормально? Стоят маленькие боровички. Так вот замаскировались. Даже не видно. Очень много переростков.
такие березки. Ходим по окопам. А вот, друзья, стоит подосиновик. И стоят боровички. Один боровик. И второй боровик. И волнушек вокруг куча. Очень много-много волнушек. Да. Грибной полигон. Вот такой боровичок стоит. А до него срезал такой. Думал, его не буду снимать. Думал, будет трухлявый. Но он довольно крепенький. И вот стоит еще один небольшой молодой боровичок. Белый гриб. Царь грибов. Хожу вот по таким окопам. А вот Саня набрел на семейку красавцев подосиновичков. Да, такие грибы каждый собирать может. Только не каждый может найти. Во, по травке ходит и собирает. Вот и я нашел красивый подосиновичек. Такой вот красавец. О, спустился в окопчик. И о, какие красавцы стоят. Это боровички. Таких бы побольше. Где-то подосиновики, где-то боровики. Интересно сегодня. Вот какой красавец. Молоденький. Куча всего. Всяких грибов. Много. И мухоморы. И что только не стоит. И среди них вот такие вот боровички. Будем срезать. Еще молоденький боровичонок. Вот такой лес. Ходим, бродим. Грибы атакуют. Много грибов. Но очень много переросших. Такой вот красивый лес. То горочка, то ямка. А вот чуть не наступил на боровичок. Маленький красивый боровик. Саня ходит с женой. Саня, помаши ручкой. Хороший красивый лес. Ну, грибы уже отходят. Грибы уже отходят. Еще пару дней, и их не будет вообще. Уже будем ждать осенние грибы, грузди, волнушки, когда начнутся массово. Чтобы нарезать и насолить на зиму. Вот в итоге получилось сколько грибов. Ну, если так смотреть, то целый багажник. Тень попадает. Подождите, дайте открою. О, снимается. Да. Тень от меня попадает. Вот это плохо. Солнце. Но грибов очень много. Видите, в основном боровики и подосиновики. Нормально. День удался. На этом буду заканчивать. Всех благ вам и вашим близким друзьям.